Приветствую всех читателей и ukrainianiphone.com. В этом обзоре я хочу рассказать о довольно интересной, очень красочной интерактивной книжке под названием «Про красную шапочку», которую выпустили разработчики студии Air Evolution. Открыв книгу, ваш ребенок попадает в удивительный сказочный мир, где встретится с красной шапочкой и ее бабушкой, сможет побывать в таинственном темном лесу, посмотреть на злого серого волка и помочь добру победить зло. Жила-была маленькая девочка, и такая хорошенькая, что лучше ее и на свете-то не было. Девочка всегда носила красную бархатную шапочку, которую когда-то для нее сшила бабушка. Поэтому все ее называли «Красная шапочка». «Красная шапочка идет!» «Все зовут меня Красная шапочка!» Книга про красную шапочку была создана специально для детей, так чтобы ребенок без взрослых самостоятельно смог слушать любимую сказку, переворачивать страницы и взаимодействовать с персонажами, дотрагиваясь до экрана. Герои сказки озвучены знаменитыми актерами и мастерами закадрового озвучивания, голосами которых говорят персонажи таких известных мультфильмов, как Алеша Попович и Тугарин Змей, Добрыня Никитич и Змей Горыныч, Илья Муромец и Соловей Разбойник, Смешарики и другие. Поистине, на страницах сказки герои оживают и сходят со страниц. Как нельзя лучше, это можно себе представить, читая интерактивную книгу про красную шапочку. И будете ли вы сами читать ее своему чаду, или же ваш ребенок решит самостоятельно покорять ее красочные страницы, он, несомненно, найдет там много интересного, используя и проведет время. Спасибо за внимание и до встречи на страницах ukrainianiphone.com.